Мы приехали на центральный рынок посмотреть рыбу омулю валикайского. Здесь вот такой вот рынок, овощи продают. Пришли на рынок, вот остановились у такого ларька. Здесь вот такая вот рыба байкальская. Муксу, длинок, таймень. Вот, большой омуль стоит 1500. А вот этот вот маленький за 850. Можно вот этот серебристый еще? Вот этот вот. Мы уже подошли к машине. Купили омуль. Наверное, килограмма 3 омуля. И еще взяли линок. Нам он что-то упаковали в такую коробку и в крафтовую бумагу все это тоже запаковали. Ой, не могу одной рукой. Вот, видите, да? Вот, сейчас надо где-то нам холодильник найти. Все это сложить. Пока на ночь. Вот. А еще купила магнитики и вот такую вот нерпу. Маленькую. Все, сейчас поедем покушаем. Вот стоимость всей рыбы у нас вышла на почти 4000. Такой большой, прям рыбы большой выбор. И цена разная, нужно ходить, смотреть по каждому этому прилавку. Вот. Пробовать дают. Что еще? Вообще чисто и там не пахнет никакими тухлыми продуктами. В общем, все отлично. И выбор огромный. А мы снова приехали в 130-й квартал. Здесь есть, не знаю, кафе, ресторан или как-то, в общем, бузная. Бузная называется его. Это бурятская кухня. Вот, нам сказали, что тут вкусно. Так что идем пробовать. Руслана уже принесли хушур с сыром. Это вот такие вот, как два беляша. И морковка по-корейски еще. Вот. Мне только что принесли вот такие вот бузы. Бузы. Бузы, да? Заказала. Да, вроде бузы. С рубленым мясом. Вот такой вот красивый вход. Деревянная лестница. Красота. Все, мы покушали и идем в машину. Сейчас по пути в Листвянку заехали на заправку Роснефть. И здесь 95-й также стоит 50 рублей 40 копеек. Заехали в Листвянку и решили первым делом съездить на подъемники. В общем-то, здесь есть горнолыжный комплекс, Инспон называется. Вот. Хотим посмотреть там вид с горы, вид сверху на Байкал. Здесь вот такая вот касса и подъемники. Что-то мы остановились. Там кто-то спускается. Да, видимо, кто-то там спускается. Ну, что-то страшновато. Здесь такие подъемнички, мне кажется, такие прям хлипкие какие-то. В общем-то, мы заплатили на каждого человека по 400 рублей. В билет входит и спуск, и подъем. Ой, наоборот, подъем и спуск, в общем-то. Так что так. Людей достаточно много. Сейчас на подъемнике прям очень много людей спускается и поднимается. Ну все, мы будем наслаждаться видами. Мы только спустились с подъемника. И посмотрите сразу, какой вид. Это мы будем еще вниз спускаться и будем его наблюдать. Красота, там горы. И снег еще в горах.
Поехали. Все, мы погуляли, посмотрели со смотровой площадки на вид Байкала. Вот, а теперь спускаемся вниз и вот будем, не знаю, минут 5 наблюдать вот такую красоту. Байкал и горы. Мы остановились на первой парковке у Байкала. Вот. Сейчас иду прям к самой воде. Воздух здесь такой прям чистый и прохладненький. Вообще все очень классно, очень красиво здесь. Смотрите, какая вода прозрачная, камушки все видно. Вода прям ледяная. Круто. Я не знаю, тут вообще невозможно купаться. У меня прям уже рука замерзла. Ну классно. Зашли сейчас в сувенирный магазин. Опять купили в сувенирном магазине пару магнитиков. Вот. Куча денег на них тратим. Ужас просто. Такая вот здесь атмосфера. В Листвянке вот тоже есть колесо обозрения с видом на Байкал. Вот и цена. Цена вот взрослый 400 рублей. Детский 250. Случайно наткнулись на такой рынок.
Получается и металл. Металл вообще обязательно в любом, понимаете, в любом наличии. Это будут гвоздики или что-то еще. По бурятским традициям металл — это зеркало души Тодли. Это проводник с потустороннего мира в наш мир добрых духов именно для защиты и продолжения рода и семьи. То есть это прям самое, вот ангоны, варганы и бурханы — это три составляющих, да, то, что можно приобрести только у нас. То есть самые любимые, самые милые, мне кажется, самые-самые. Эти булики, ангончики, с одной стороны он улыбается, с другой стороны грустит. А по бурятским традициям, да, раньше их вешали над входной дверью, то есть они должны крутиться. Когда один, вот так крутится, да. И если ангон поворачивается с такой мордочкой, значит, человек нес входящий в дом все самое лучшее. Его угощали, садили за стол, старались, чтобы он побыл дома дольше. Если вот такой мордочкой, значит, человек нес все самое худшее в дом, поэтому его не впускали за порог. Угу. То есть все вопросы решались за порогом. Поэтому... Здесь вот на рынке продают тоже рыбу. Омуль всякие разные. Филеечки, а сколько стоит? Это большая, 200. Все, мы нагулялись, все посмотрели, все купили. В общем-то, и теперь уезжаем в Иркутск. Вот, и в дорогу с собой взяли две маленькие рыбки омуля горячего копчения. Сейчас будем по дороге кушать с лавашом. Так что все.